안녕하십니까? 네. 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 죠 제가 어느 날 어떤 집에 초대를 받아서 저에게 말씀을 전하고. Однажды меня пригласили передать слово, и я вернулся домой после проповеди. Я хотел помыть ноги, а вижу, что ноги черные, хотя я их мыл утром. Мне было так неудобно. Я думал, почему ноги черные? Потом я увидел, что у моих туфлях образовалась дырка, и туда входил пыль, и поэтому нога стала черной. Я начал молиться перед Богом. Бог, дай, пожалуйста, мне туфли. Когда я служил в Чангпале, был брат по имени Ан. Он учился в старших классах. Он служил в армии, потом поступил туда офицером. И однажды он мне написал письмо и отправил посылку. Там было написано «Здравствуйте, пастор». Сегодня нам раздавали в армии туфли и говорит, что вспомнил обо мне. Он написал, «Пастор, я не знаю, какой у вас размер, и поэтому я подобрал, который мне казался правильным». Очень надеюсь, что эти туфли подойдут вам. С таким письмом он послал мне посылку с коробкой. Прочитав письмо, я открыл коробку. Но прежде чем открыть, я подумал, что они подойдут мне. Почему? Потому что брат, может быть, не знает мой размер. Но Бог ведь знает мой размер. Я молился, и я поверил, что Бог дал такое сердце этому брату. И когда я обул их, они прямо подошли ко мне. Спустя некоторое время я поехал знакомиться с тещей. Старшего брата тещи звали господин Им Йонг Бин. И он был первым руководителем библейского общества Кореи, который первый издал Библию. И поэтому все Библии подписывались господин Им Ян Бин. Доктор Лим был в Великобритании и встретился с королевой. Они беседовали. Он смог открыть библейское общество в Корее, получив помощь от Великобритании. И тогда библейское общество называлось Корейское и Английское библейское общество. Сейчас называется просто Библейское общество Южной Кореи. Он был очень образованным и знающим человеком. А также есть младший брат у тещи. Он тоже был верующий и был хороший человек. Однако он жил в очень трудных условиях, Поэтому, когда я пришел, чтобы познакомиться с тещей, она беспокоилась, не будет ли ее дочь голодать из-за меня. И теща у меня спросила, как ты планируешь жить? Я сказал, я буду жить верой в Бога. Тогда что же сказала теща? Да, сейчас ты один. Но если ты женишься, у тебя будет жена, у тебя будут дети, и тогда станет серьезный вопрос. И знаете, как я ответил? Да, я прекрасно об этом знаю. Но Бог знает лучше, чем я. Когда я перед Богом просил рубашку или брюки, Он давал мне. Когда мне нужны были носки или туфли или перчатки, Бог всегда мне давал по паре. Никогда не давал одно. Потому что Бог знает, что у меня две ноги, две руки. Сейчас, конечно, я один. Но если мы женимся, нас будет двое. Если нас будет трое и четверо, Бог все об этом знает. Когда я рассказал об этом, теща благословила наше благосочетание. Получив спасение, очень многие вещи позволили мне иметь тесное общение с Богом. Когда я думаю о некоторых братьях, я помню, как тот или иной брат получил спасение и изменился. Один брат из города Андонг отправил мне коробку яблок. И этот брат написал мне письмо. «Пастор, приезжайте в Андон». И также отправил коробку яблок. Знаете, среди всех фруктов мне больше всего нравятся яблоки. Поэтому я сказал моему сыну, который живет в США, чтобы он посадил яблоню. И говорят, в этот раз получили хороший урожай. Из Фрингфилда я сказал посеять яблон. И на горе Тедок -э я сказал посеять яблоко. И мы хотим на горе Тедок -э еще больше посеять. Если посеять 1500 яблон, то вообще гора Тедок, -э она очень хороша для яблонь. И если где-то 10% тех деревьев, которые сейчас есть убрать и посадить яблок и, и посадить, посадить где-то 3000 яблок то можно будет даже проводить фестиваль яблок чтобы молодые люди могли собирать яблоко. Наш профессор Кимандаль, который работает в кинзасе он говорит, что там огромная территория земли и очень много травы, и поэтому очень трудно следить за ней. Я сказал, давайте там посадим яблоко, тогда можно будет не надо косить траву. Я помогу посадить яблонь, но пока еще не смогли посадить. Обычно яблоко. Фуджи, сорт фуджи очень хороший. Оно было найдено в, у подножия горы Фуджи в Японии. Так называется сорт. Если срезать ветвь и привить дерево Фуджи, то называют, что ей два с половиной. Почему два с половиной? Потому что Фуджи два года, а дерево, которое растет год. Но сорт Фуджи очень популярный по всему миру. Мы посадили и на горе Тейдок этот сорт. И в Америке у сына во дворе посадили Фуджи. И сейчас выросли некоторые плоды. Я думаю, пройдет пять лет. И мне кажется, где-то тысячу плодов от одного дерева сможем получать. Я пастор, но иногда думаю, как выращивать яблоко. Знаете, очень важно, чтобы наши сердца соединялись и соединялись. Когда мы, допустим, думаем о чем-то, наша связь продолжается-продолжается. Да, брат Иисансан отправил мне яблоко и пригласил меня к себе. В прошлом году посол из Фиджи в Корее попросил, чтобы я путешествовал с ним. И мы решили поехать в Андом к этому брату. Но вдруг у посла появились срочные дела. И только я один ездил и собирал яблоко. Я много раз свидетельствовал уже об этом. Я не могу забыть, как этот брат получил спасение. Сестра очень любила горы, и она часто ходила на горы. И так встретилась с братом. Они женились и жили на горах. Высоко в горе. Жили, посадив яблоню. Так любили я горы. Я тоже люблю горы. Но она очень любила горы. Однажды сестра получила спасение и начала ходить в церковь в городе Андон. Брат же противился тому, что она ходит в церковь. Они жили в очень резком склоне. И он ехал на тракторе, и вдруг трактор провалился, а он находился в тракторе. И чуть ли не погиб. Он стал человеком овощу. Он не мог самостоятельно передвигаться. Но однажды, я об этом сейчас свидетельствовал. Когда мы сказали, чтобы не проводить церемонию в Чанцо, я поехал в этот город. Мы поехали с братьями, медицинской школы провели собрание, открытие церкви, и в Андоне провели собрание. И поздно вечером мы хотели вернуться в силу. Но после церемонии открытия церкви в Сонсон, мы вкусно победали, хорошо общались. И где-то в три часа мы хотели поехать в Андон. Но пастор церкви Андон подошел и говорит, да, ехать по государственной дороге очень хорошо. Но там и рядом есть гора где живет наша сестра. Ее муж плохо себя чувствует. Может, где мы заехать к ним? Когда меня просят, обычно я стараюсь посещать всех. И сестра ехала впереди нас на своей машине. А дорога очень, знаете, грубая. Если кто-то едет на встречу, там очень трудно увернуться от них. Сестра проснулась утром, позавтракала и помыла своего мужа, переодела его и положила его. И говорит, подожди, пожалуйста. Я пойду в Чонсо. «Может быть, пастор Усупак приедет к нам?» Она подумала, «Если не сейчас, тогда когда пастор Усупак сможет приехать к нам?» Несколько дней она молилась. И в тот день она положила мужа на кровать и приехала в церковь Чонсон. И потом я посетил их дом и встретился с ее мужем. Я передавал Евангелие. И в тот день он уверовал. Мы верим в Иисуса. Иисус Христос вошел в мое сердце. Из-за того, что Иисуса не видно на нашим голосам, поэтому люди не ценят Иисуса. Но ничто не может сделать вас счастливее, чем Иисус Христос. Иисус такой драгоценный, которого невозможно ни на что поменять. Этот брат получил спасение, услышав Евангелие. И я молился, чтобы Бог дал здоровье брату. И потом мы посетили весной того года. И знаете, к нашему удивлению, брат, он использовал инвалидную коляску. И теперь он ездит и работает. И дом, и яблони, все стало чистым и пришло в порядок. Знаете, я был очень благодарен за это. И недавно пришло письмо. Брат говорит, я хочу, пастор, подарить вам яблоко. И говорит, приезжайте к нам. Я хочу посетить действительно. Знаете, в последнее время у этого брата появилась вера. И знаете, вдруг он начал чувствовать ноги. И у него появилась вера, что сможет ходить. Когда я слышу об этом, я так тронут. Если бы этот брат мог бы ходить, инвалидная коляска может ездить только на ровном месте. И мне хочется поскорее посетить его. Не только между мной и этим братом, между мной и Иисусом. Я думаю, в отношении между братом и Иисусом. Этот брат находился прикован к постели. И знаете, у него появилась болезнь и на спине, и в других частях тела. Но сейчас он стал таким светлым. Бог вошел в его жизнь и без перерыва трудится его жизни. Мы с ним молились. Я просил, чтобы Бог дал ему здоровье, дал исцеление. И когда мы с ним общались, моя дочь как раз позвонила в этот момент. И брат услышал, как я общаюсь с дочерью. Он сказал, о, директор хора, конечно, приезжайте к нам в Андон. Директор хора была так тронута, и хор на месте сразу исполнил два произведения. И он был так тронут. Это так замечательно. Если мы во всем соединимся с Иисусом, знаете, у поезда нет силы, чтобы двигаться. Только у поезда, который ведет, есть сила. И если вагоны соединятся с ним, неважно, 10 вагонов, 15 вагонов, все они последуют за поездом. Также, если ваше сердце соединится с Иисусом Христом, Неважно, какая проблема будет в вашей жизни, если вы будете обсуждать эту проблему с Иисусом, если вы будете молиться перед ним, если вы будете следовать за Иисусом, если вы будете верить в Иисуса, сила Иисуса Христа войдет в нашу жизнь, и она будет действовать. По этой причине я стараюсь удалять от себя лишние мысли. Я соединяю все, что у меня есть с Иисусом. И проблемы, и трудности я соединяю с Иисусом, и когда у меня появляется связь с Иисусом, я вижу, как трудится Иисус Христос, и это удивительно. Какая у меня есть сила? Разве у меня есть сила? Разве я могу исцелить болезнь? Быть такого не может. Однако, Иисус, который внутри меня, может исцелить любой болезнь. Он может воскресить даже мертвого. Он может помочь всем решить трудности. Он может решить наше беспокойство. Он может победить сатану. Иисус, который во всех вопросах с нами. Мыши привыкли себя связывать с видимым, квартиры, холодильником, машинами и так далее. Когда я получил спасение и соединил все, что у меня есть с Иисусом, я увидел, что все решается через Иисуса. Сегодня сестра свидетельствовала, как ее брат получил спасение. Да, ее сердце соединилось с сердцем брата, соединилось с Иисусом. И когда брат соединился с Иисусом, он стал совсем другим человеком. Когда мы думаем об этом, это удивительно. Не можем описать словами, насколько велика любовь. Иисус внутри нас. И мы соединяем все наши проблемы с Иисусом. Тогда решается. Допустим, если поймаем рыбу, и отпустим ее в реку, тогда, конечно, уплывет рыба. Если поймаем рыбу, и нужно положить в аквариум, чтобы не уплыло. У нас есть много милости, которые мы получили. Если я в Иисусе, если я буду пребывать в Иисусе, очень многие люди находятся вне Иисуса сегодня. Очень жалко этих людей. Если вы ваши проблемы соедините с Иисусом, то уже ничего не будет проблемой. В Евангелии 13 главе дьявол вложил в сердце Юди Симона Искариота предать Иисуса. Дьявол вложил мысль о том, что если ты передашь Иисуса, тогда заработаешь денег. И правда? Будет хорошо? Я заработаю деньги? О нет, подожди. «Как я могу предать Иисуса?» Да, в таком направлении могут идти мысли. Но знаете, что важно? В сердце из Искариота становилось все больше желание, которое хочет предать Иисуса. «О, нельзя предавать Иисуса!» Но последовательно эти мысли ведут, чтобы предать Иисуса. Когда вы сталкиваетесь с проблемами, когда у вас появилась болезнь, когда появилась проблема, когда вы страдаете, эта проблема начинает мучить нас, и хочется освободиться от нее. У нас появляется такое желание. Но когда я стараюсь освободиться сам, и когда Иисус со мною в этой проблеме, если Иисус со мной, тогда эта проблема станет проблемой Иисуса. Если эта проблема станет проблемой Иисуса, то хотя это я согрешил, но поскольку Иисус решает, будут омыты это белее снега. Неважно, что я сделал, если мое сердце соединилось с Иисусом, если я буду един с Иисусом, то смотря на проблему через Иисуса, поскольку мои глаза отличаются от глаз Иисуса, мы увидим, что проблема уже не будет проблемой. Иисус желает укрепиться в вас. Юдайской корет хотел заработать денег. Знаете, читая Библию, я был удивлен. Потому что Юдайской корет, предав Иисуса, радовался. Но в от Матфея, 27 главе, есть следующие слова.

Тогда Юда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старичным, говоря, «Согрешил ли я, предав кровь невидную». Когда мы смотрим на эту историю, когда Юда предавал Иисуса, он думал, что Иисус освободится, что он не будет осужден. Потому что Иисус, он же всемогущий. И Юда верил, что Иисус может освободиться. Однако, когда Йодаус видел, что Иисуса осудили, он пришел и вернул серебники и говорит, что я предал невинную кровь. Но что сказали они? Что нам до того? Смотри сам. И тогда Юда бросился и повесился. Почему? Да, есть страх, есть беспокойство, потому что предал Иисуса. Но поскольку его сердце находилось вдали от Иисуса, поэтому не может эту проблему поручить Иисусу. То же самое. Когда мы смотрим на Петра, немножко отличается Петр. Иисус воскрес через три дня. Иисус явился в той комнате, где собрались ученики. Все были в изумлении. Все радовались и веселились. Потом Иисус отлучился от них. И ведь все ученики должны были радоваться и веселиться, потому что Иисус воскрес. Однако Петр находился в углу. И ничего не сказал, а Иисус ушел. Поскольку Петр трижды от Иисуса, его мучила совесть. Он думал, какой змея ученик? Я трижды от Иисуса. Я рыболов. Сатана удалял сердце Петра от Иисуса. Юда скорее отдалился от Иисуса, потому что он продал Иисуса. А Петр отдалился, потому что предал Иисуса. Как вы думаете, что было на сердце Петра? Ой, какой из меня ученик Иисуса? Я недостоин. Я недостоин быть его учеником. И он пошел ловить рыбу. Но Иисус пришел к Галилеи туда, где Петр ловил рыбу и спросил, есть ли рыба? Нету. Закиньте сеть по правую сторону. Закинули сеть и поймали много рыбы. Петр завтракал вместе с Иисусом. После завтрака Иисус спрашивает у Петра Симон Янин. Любишь ли ты меня, нежели все они? И Петр, он начал размышлять. Я отрекся от тебя, Иисус. Однако, я люблю тебя. Мне стыдно. Я хотел не отрекаться от тебя. Но я отрекся не потому, что я хотел. Это была ложь сатаны. Я люблю тебя. Иисус начинает пробуждать сердце у Петра, который любит Иисуса. Любимые слушатели, как Иисус трудился у Петра, сегодня Иисус пробуждает и в вашем сердце сердце, которое любит Его. Сатана же делает, чтобы вы отдалялись от Иисуса. Сегодня церковь полного Евангелия Говорят, ведут деятельность, чтобы разрушить церковь. Они разрушают церковь. Они не читают Библию, что ли? Библия говорит, чтобы всегда собирались, то есть они отказываются собираться вместе. Прихожан церкви сделали глупыми людьми, поэтому сдают молитвенные дома на продажу. И таким образом разрушают церковь. Хотя бы просто бы и разрушили. А так надо же продать, чтобы заработать денег. Они не думают о церкви, не думают о прохожан. А куда пойдут братья и сестры, если церковь будет продана? Что делают сегодня? Хотят просто заработать денег. Однако прихожане ничего не могут сказать. Почему? потому что не знают Библию. Библии написано, не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга. Кто это отказывается собираться? Сатана разрушает церковь. И Библия говорит, что тот, который разрушает церковь, это есть сатана. Но люди не знают этого. Да, мы хотим объединить церковь собирать, чтобы были братья вместе, чтобы церковь росла. Вот что мы делаем. Сатана сделал, чтобы Юда Искариот, ученик Иисуса, продал Иисуса. Петр перед служанкой сказал, что не знает Иисуса, и сатана делал, чтобы это осуждало его. Ты предал Иисуса. Ты сказал, что не знаешь Иисуса. Какой из тебя ученик Иисуса? Сатана об этом говорит на ухо Петру. Петр потерял силы, слушая голос сатаны. Петр сказал, какой из меня ученик Иисуса? Я недостоин. Я рыболов. Пойду ловить рыбу. И забыв обо всем, пошел ловить рыбу. Что тогда, что сейчас, сатана действует одинаково. Есть любимые братья и сестры, которые получили спасение. Сатна сделал, что даже ученик Иисуса Петр предал Иисуса. Сатана и сейчас вполне может сделать, чтобы мы отреклись от Иисуса Христа. Люди получали спасение и радовались. Но слушая разные слухи, отдаляется сердцем от Иисуса, осуждает церковь, осуждает слугу. И даже не проверяет, что есть правда. Многие люди закрывают сердце и уходят из церкви. Так, жалко таких людей. Да, Юда Искрет продал Иисуса. Но из-за этого также и связь с Иисусом была полностью прервана. Да, хотя у Петра связь с Иисусом прервалась, хотя его сердце отдалилось из-за того, что он предал Иисуса, но сердце Иисуса ни в коем случае не отдалялось от Него. Иисус не спасал нас тогда, когда мы были совершенными. Он спас нас тогда, когда мы еще были грешниками. Он освободил нас от греха. Он решает вопрос нашего греха, и Он не отказывается от нас, когда мы несовершенные. Петр и Иуда были учениками Иисуса. Но один продал Иисуса, а Петр отрекся от Иисуса. И Иисус пришел к Петру. Петру, который ловил рыбу. Спрашивает, поймали что-нибудь? Нет. Закиньте сеть по правую сторону. И он закинул сеть и поймали много рыбы. Когда Петр забрался на берег, то увидел, как Иисус разложил огонь, приготовил хлеб. Утром холодно, и ты голоден, и они завтракали с Иисусом. Иисус говорит, Симонианин, любишь ли ты меня, нежели все они? Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Спаси, овец моих. Спаси, овец моих. Иисус Христос сделает единым сердце Петра, которое одолелось от Иисуса. Когда Петр услышал слова Иисуса, «Такого мне ты говоришь, чтобы я посоветствовал их? Такого мне ты поручаешь свое дело? Поручаешь своих агнцев?» С того момента его сердце изменилось. И он мог стать единым сердцем с Иисусом. И когда Иисус воскрес, день Песидятный, он получил Духа Святого. И он стал драгоценным служителем Господа Бога. Сегодня, подобно Петру, подобно Юде Искариоту, мы можем отречься от Иисуса Христа, мы можем предать Иисуса. Но Иисус приходит к Петру. Если бы Юда, если бы он не покончил жизнь самоубийством, если бы он встретился бы с Иисусом, если бы он был бы с Иисусом, «О, я продал тебя, Юда, паси овец мой. Вот что бы сказал бы Иисус Юде. Сатана не оставляет вас в покое, если вы делаете ошибку. Она начинает мучить вас, чтобы вы отдалялись от Иисуса, отдалялись от обещания, чтобы вы отдалялись от церкви, чтобы вы отдалялись от слуги Божьей. Поскольку братья и сестры не все знают Библию хорошо, и когда мы отдаляемся от слуги Божьей, от церкви, мы будем получать руководство от сатаны. И как Петр, и как Юда Искариот. Многими было так. Но когда становимся ближе к Иисусу, недостатки Петра не проблема, потому что на кресте уже все они решены. И у него появляется сила, что Иисус действует в его жизни. Поэтому нужно наполнить ваше сердце Иисусом Христом. Говорить о том, как Иисус действовал, благодарить Ему, выражать любовь к Иисусу, читать Библию, служить Господу Богу. Если ваше сердце будет ближе к Иисусу, что значит иметь близкое сердце? Это значит иметь одно сердце с Иисусом. Если у вас будет одно сердце, тогда как и Петр, мы сможем приобрести всю силу. Многие проповедники Евангелия. Уходят из церкви. Многие братья и сестры уходят из церкви. Многие спасенные люди из-за пустых вещей уходят из церкви. Почему? Потому что сатана хитрым образом действует. Супруги женились, потому что любили друг друга. Но, ну, конечно, не во всех вопросах они будут думать одинаково. Но сатана использует отличие, чтобы супруги отдалились друг от друга. Господь же делает, чтобы у супруг было одно сердце. Супруги разводятся. Да, когда они находят себе другую пару, от этого дети их страдают. И тьма начинает укрепляться в сердцах молодых людей. Дети, которые получили спасение. Юда был тоже избранным учеником Иисуса. Если бы он пришел бы к Иисусу. Если бы, он бы исповедовал все бы о своих грехах. Иисус, я предал тебя! Тогда Иисус скажет, Юда, я представил об этом, как Иисус говорит. Юда приходит к Иисусу, который воскрес. Знаете, он подбегает к Иисусу и говорит, Иисус, пожалуйста, осуди меня. Я был обманут деньгами и предал тебя. Тогда как вы думаете, что скажет Иисус? Хотя тебе кажется, что ты мне предал, но я умер на кресте. Не потому, что ты продал меня, потому что это была волей Бога. Аминь. Аминь. Юда, посмотри книгу Исаия. Ибо он изъязлив, был за грехи наши, мужим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы были стали как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Вот так Бог сказал заранее. И поэтому я умер на кресте. Конечно, нехорошо, что ты мне продал. Но даже если бы ты бы не продал, я должен был умереть на кресте. Юда, хорошо, что ты дождался меня. Больше не мучайся. Паси овец моих. Господи. И такого меня, неужели ты принимаешь меня? Я не могу, я грешник, Господи. Юда. Все люди грешники. Встань, пожалуйста. Теперь паси Обед с моих. Вот как бы сказал бы Иисус. Может, кто-то из вас согрешил перед Господом? Может, ваше сердце отдалялось от Иисуса? Ни в коем случае не отдаляйтесь от Него. Он на кресте получил наказание за вас. Если бы у нас не было бы греха, Иисусу не нужно было умереть на кресте. Он умер на кресте, чтобы очистить наш грех. И на кресте все ваши грехи были омыты теперь есть любовь Господа. И мы можем делать ошибки. Мы можем порой даже согрешить. Мы можем обманывать, следуя за своими желаниями. Мы можем обманывать даже братьев. Можем обманывать сестер. Но таких нас Он хотел спасти, поэтому Иисус пришел на землю. И когда Он умер на кресте, и грех Юты, который продал Иисуса, тоже был решен на кресте. И то, что Петр отрекся от Иисуса, тоже был прощен на кресте. И за ошибки у Ксупака Иисус тоже пострадал. И за ошибки Самуила тоже Иисус умер. Я в английском Самуил в прошлый раз сделал ошибку. Нужно было встретить вип гостя а он, представляете, на 30 минут отодвинул встречу. А он был очень высокопоставленным человеком. И так нельзя делать. Я его немножко обличал. И потом мы с ним встретились. Ему было немножко обидно. И не сразу зашел. Я попросил прощения. Мой секретарь сделал ошибку, я сказал. Я попросил прощения. И потом я передавал слово. Он получил спасение. И так радовался. Я был благодарен. Да. Мы можем делать ошибки. Но, слава Богу, это меньше, чем отречься от Иисуса. Меньше, чем продать Иисуса. У меня также есть недостатки. Я тоже делаю ошибки. Но почему я могу стоять за кафедрой? Не потому, что я добрый. Не потому, что я чистый. А потому что кровь Иисуса Христа. И это любовь Иисуса Христа. Вы можете делать ошибки перед Господом. Сатана говорит: ты же отрекся от Иисуса, ты же сделал ошибку и удаляет наше сердце. Но скажите, сатана, ты что же об этом знаешь? Давай я спрошу. Когда Иисус умер на кресте. Неужели он не очистил мой грех, что я отрекся от Него? Он также очистил этот грех. Уже все завершилось. Сатана отойди от меня. Это что, можно грешить, как попало? Один пастор спросил у меня. Мне непонятно. Жертвоприношение Якова и Исава. Исав, он охотился, трудился, но получил проклятие. Яков же, он же обманывал. Почему он получил благословение? Знаете, что я сказал? Почему Яков, хотя обманывал, но получает благословение? Знаете, что я сказал? Кто из нас не обманывал? Не только Яков. Все мы ведь обманываем. Если за обман мы получим только проклятие, то никто из нас не получит благословения. Хотя Яков обманывал, но дает благословение. Вот такое сердце у Бога. А почему Исав не получил благословение? Исаву нельзя получать благословение. Почему? Потому что в Библии, написано «не от дел», а если он хотел получить благословение делами, а он тогда не должен получить благословение, написано «благодатью, по вере, спасены». Это не от вас, а Божий дар. Написано ефесяна на 2 главе 8 стихе. Смотрите, не только 8 стих. В 9 стихе написано что именно? Не от дел. Хотя Бог хотел дать Исаву благословение, но поскольку он идет делами перед Богом, поэтому Бог не может его благословить. Делами человека никто не получит благословения, потому что дело человека всегда греховный И грязный человек, и обманщик, Кровь Иисуса Христа может получить спасение, может получить благословение. В аптеке есть очень много лекарства. И непонятно. Дали бы только одно лекарство на все. Но почему? потому что у каждого своя болезнь есть лекарства от простуды и лекарство для сна и лекарство чтобы не спалось есть очень много лекарств. Поэтому в аптеке очень много препаратов но есть одно лекарство. Который может исцелить все болезни. И знаете, что это за лекарство? Лекарство, которое называется Иисус. Он решает все вопросы и греха. И обман, и ложь. Любой наш грех. Вы должны положить в ваш карман лекарство, которое называется Иисус. Сегодня утром при святой сказал, что наша медицинская команда хочет приготовить лекарство от коронавируса. Не лекарство от коронавируса, а именно витамины, которые помогают восстановить легкие и здоровье. И говорят, что оно помогает очень многим людям, которые болеют коронавирусом. Я сказал, почему вы раньше не сказали? И мы хотим завтра собрать служителей, которые служат по всему миру. Это помогает развивать легкие, помогает укрепить здоровье, помогает решить вопросы здоровья, которые очень имеют схожесть с коронавирусом. И мы хотим их отправить. Дайте их тем, которые болеют коронавирусом. Лекарство Сейм, которое разработал пресвитер Хуан, тоже выписывает. Я слышал, что многим оно помогло. И президент Парагвая Фернандо Луго заболел коронавирусом. Я тоже передавал лекарства. И говорят, ему помогло. Конечно, это не лекарство от коронавируса конкретно, но они укрепляют систему дыхательную. И мы хотим собрать всех наших миссионеров, чтобы наши братья-врачи обучали их. Хотим отправить препараты и объяснили, как их использовать. Тогда мы сможем помочь многим, которые болеют коронавирусом. Я сказал, пресвитер Исимов, надо было раньше сказать об этом. Были те, которых можно было бы спасти. И когда я их слушаю, думаю, вот почему я не додумался сам, любимые слушатели. Надеюсь, что разработают лекарства от коронавируса. Я думаю, может быть, настанет день, когда коронавирус будем воспринимать как просто простуду. Конечно, я не знаю, как будет. Может быть, лекарство от простуды даже помогает. Врачи, я думаю, что-то знают. Говорят, в некоторых больницах используют лекарство от простуды, чтобы лечить коронавирус. А мы хотим э, поделиться информацией с миссионерами? Есть многие миссионеры, которые болеют коронавирусом. Когда я услышал это предложение, мне было так радостно. Завтра утром мы хотим всех собрать. И служителям, которые работают по всему миру, хотим рассказать и, и отправить через Абиарисы. И думаю, что мы сможем помочь не только миссионерам, но также братьям, сестрам и местным людям. Иисус Христос умер на кресте. И Он очистил не только наши грехи, но также удалил всю тьму из нашей души. И все неправильное удалил от нас. Петр пошел ловить рыбу и сказал, я не буду передавать Евангелие, пойду ловить рыбу. И в нашей церкви есть такие подобные к Петру. Говорят, я уйду из церкви, При... вернусь к прежней жизни, хочу дать им лекарства чтобы они получили такую же милость, которую получил Петр. Наш любимый Иисус, Он возлюбил нас. Если будем решать Иисусом, все решится. Я хочу еще раз вам сказать, чем что есть на земле. Любите больше Иисуса. Если у вас будет одно сердце с Иисуса, нет ничего, что бы не решилось бы Иисусом когда вам тяжело. Сатана осуждает вас. Говорит, ты же обманывал. Говорит, ты же воровал. Ты же отрекся от Иисуса. Ты же забрал десятину. О, Иисус тебя не услышит. Не обманывайтесь. Какую бы ошибку ни вы совершили, если придем к Иисусу, даже Юда искорет. Если бы стал бы перед Иисусом, он бы смог бы выжить. Он бы смог пасти овец. Мы же часто предаем Иисуса. Мы также часто предаем Иисуса. Делаем ошибки. Но когда читаем Библию, крест освободил меня от того места. Крест сделал меня единым с Иисусом. Любимые слушатели, не отдаляйтесь от Иисуса. Пускай Он будет рядом с вами. Если есть обиды, решите их. Получите милость от Иисуса. Признавайте ваши ошибки перед Господом. И даже это пойдет. И уповайте на крест. Веруйте, что эти грехи омыты на кресте. И, аминь. На кресте все ваши пороки были омыты. И как Петр встретился с Иисусом, вместе с кроли, Симон Янин, «Любишь ли ты меня, нежели все они?» «Да, Господи, я люблю тебя!» Когда сердце наполняется Иисуса, с того момента Петр стал единцем Иисуса. У него было одно сердце. И деяние Иисуса Христа. Сила Иисуса Христа может действовать и через Петра. Скажите «Аминь!» И всем вам! Я желаю, чтобы Иисус действовал даже самого злодея, даже у убийцы, даже у самого страшного грешника, если войдет Иисус, по милости Христа, мы можем освободиться от греха, быть счастливыми, чтобы Господь мог действовать в вас. Бог желает трудиться в вас. Уже 59 лет, как я во Христе Иисусе. И в октябре следующего года будет 60 лет, как я во Христе Иисусе. Господь дал мне здоровый, дал мне Слово, и открыл путь, чтобы я мог благовествовать Слово. Нет ничего, чтобы не было бы от Иисуса. Я все, что имел, это от Иисуса. Соедините все, что у вас есть с Иисуса. И вашего мужа, и вашу супругу, и ваших детей, и ваших детей, и ваших зятей, и ваших невесток, и ваших племянников, и ваших родственников. Соедините все с Иисуса. Как Иисус возлюбил меня, я желаю, чтобы Он возлюбил тебя как я познал любовь Иисуса. Я желаю, чтобы ты познал любовь Господа. Если Господь будет действовать у тебя, никакая проблема не будет проблемой. Люби Господа. То, что Юда Искариот продал Иисуса, и то, что Петр предал Иисуса. Может быть, нам кажется, Юда совершил большой грех, а Петр маленький. В глазах Иисуса это оба неправильных поступков. По этой причине Иисус умер на кресте. И крест Иисуса Христа сделал все белее снега. Откроем наши сердца. Я желаю, чтобы вы приблизились к Иисусу. Желаю, чтобы вы любили Господа. Порой жертвуйте собой ради Иисуса. Порой пускай вас ругает во имя его. Порой будем меньше спать ради него. Порой будем даже голодать ради него. Но давайте будем любить Иисуса. Я желаю, чтобы вы стали теми, которые живут ради Иисуса. Вчера пастор Лихундок из России. Его сын женился. Я был благодарен. Наши дети растут, женятся и было так радостно. Конечно, немногие участвовали. Я передавал слово, благословлял их, благодарен был. Наши дети растут в Иисусе Христе и хотят жить ради Евангелия. Сейчас он работает в Корейском посольстве в России, но в будущем он хочет работать ради Евангелия. Я видел, что они счастливы. Я видел, что они ведут святую жизнь. Я желаю, чтобы каждый день мы углубляли наши отношения с Иисусом Христом. Пускай все, что у вас есть, будет соединено с Иисусом. Любые проблемы. Соединяйте не с собой, а с Иисусом. Он будет вашим истинным Господом. Пускай он будет истинным Богом вашим. И я желаю, чтобы вы стали самыми счастливыми на земле. Я желаю, чтобы вы стали драгоценными детьми Божьими. Спасибо за внимание.